камера просто отстой. Это, конечно, не повод для того, чтобы снимать видеовлог, но просто, не знаю, поделюсь. Иду, короче, сейчас постригаться. Не знаю, как. Звонил в барбершоп, спрашивал, какая цена постричь голову и, ну, и бороду. Бороду 25 евро, голову 20 евро. Итого получается 45 евро. 45 евро в барбершопе, нифига себе, это дорого, блин, пипец. Долго ничего не снимал, потому что погода была вообще просто отстойная. Дождь, слякоть, делать было нечего. Все, до скорого. Ну, короче, так меня постригли. Вот еще вопрос. Бороду оставлять или не оставлять? Или убирать полностью вообще под ноль? Ну, если под ноль уберу, буду вообще как шкалота какая-то, не знаю. Прихожу в парикмахерскую, не знаю, чего хочу. Еще, кстати, вышел новый iPhone XS и iPhone XS Max. Тут уже вывеска есть, не знаю, сейчас зайду, посмотрю, если он в продаже, интересно, сколько будет стоить. Ну, наверное, как всегда, 1500 евро. Или даже, может, дороже или дешевле, не знаю. Сейчас посмотрю, интересно. Полторы штуки евро отдать за телефон, вы что гоните? Нафига это все вообще? Так же как iMac, там вообще 3000 евро. Три штуки евро, елки-палки. 3000 евро, ого. Погодка, да? Что это такое? Что это такое? Мои подписчики сзади тут. Я же забыл сказать, я же зарплату получил. С этого, с казино Вулкан. И еще мне пришли бабки с Кэшбэри. Приключения начинаются. Свалим из квартиры, короче. So rock by baby, rock by. Don't you cry. Непонятно. Вообще. Все, да, именно контраст желто-синего. Но у меня камера конченая. Что ты такое вообще? Еще Влад хочет видео снять, короче, какое-то. Короче, блин. Я сделал. Короче, сейчас на автобус и в центр. Была не очередная проверочка, гелеле контроля. Но мы проверили, пробили билетики и все нормально, короче. Нас проверили. Вообще, чувак, красавчик. Исполнял. Да-да-да. Так на камеру нормально, что? Бэха. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking. Подожди, слышишь? Да палав. 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 Первое видео на мой 7 iPhone, на фронтальную камеру. И второе видео будет на iPhone 8, на Влада телефон. Качество просто отличается намного. Сейчас покажу. Ну а вот это видео на телефон Влада, на фронтальную камеру. Качество просто жесть. Каждую морщинку мою видно, блин. Даже километровую бороду видно. Жесть. Пипец, это может тупо... Это, наверное, просто из-за стекла, которое у меня.
на телефоне. Сейчас покажу свой телефон. У меня здесь уже вот и там трещина пошла. Я думаю, видно будет. И такое стекло конченое. И здесь сзади флеш. И вот это мой телефон. Вот так вот. Так что надо обновляться скоро. Думаю, скоро все будет. Настроение осень, я закрываю глаза и прибавляю громкость. Если кто меня спросит, отвечу, я живой. Настроение осень. Зашли, короче, в бар американский. Тут так прикольно сделано. Машина, короче, такая вот. Там сзади багажника типа люди сидят. Прикольно. Вообще здесь атмосфера такая классная. Good. Какой-то мент стоит, Влада охраняет. Походу так. Вот, здесь еще, короче, есть типа алкотестер. Бросаешь деньги, короче, и замеряет. Hey, yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Right. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Получается, сегодня суббота, день выходной, так что можно по бокальчику пивчанского. По пенному давай. Чё? Это, короче, охранник Влада получается. Вот этого вот. Взять. Гранатоп. Шо, короче, вышли с бара. Идем по узенькой непонятной улице. Вот так вот, короче. На улице, кстати, прохладно как-то, вообще жесть. Ну, короче, если так, то выходной вообще получился. Удался. 50 евро. Пью! Улетело с моего кошелька. Ну ничего, 1xbet этот, как его. Да, да. 1xbet восстановит все мои затраты за сегодняшний день. Это вообще не проблема. Так что 1xbet работает. Кэшбэри тоже закину еще сотню евро. 10% батареи осталось. Ставил зарядку, заряжаешь телефон. Четко. Классно. Riders on the storm. Riders on the storm.